Вот там вот живут. Вот дом и следующий. Ко мне вот тоже прилетало только лето. Но мы своими силами накрыли. Как у вас сейчас вообще обстановка в районе? Как часто обстрелы случаются? Обстрелы, ну не так уж и часто, но раз в неделю точно бывают. Тебе страшно? Нет. Ты уже привык? Да. Как-то... Меня и ранило 5 ноября. Это что? Да, вот в ноги. Ой, у тебя еще и ранение было. В руку и в спину. То есть ты никуда не уезжал, ты все время здесь оставался? Я все время здесь. Все время здесь. Только в лагерь ездил, когда ко мне в дом прилетело. So can he please present himself and explain a little bit why he is here? Представься, пожалуйста, расскажи, вот что ты здесь делаешь. Я Кирилл Сафонов. Я вот приехал понаблюдать, что произошло за минувшую ночь. I'm Кирилл Сафонов, and I came here to watch what happened during last night. Can you explain a little bit why he is already quite famous with his interview with... Ты уже довольно известная личность благодаря своему интервью. Ты мог бы больше рассказать о себе и о своей деятельности юного журналиста? Ну, я вот потихоньку пытаюсь на свою камеру, которую мне подарил Грэм Филлипс, снимать, но не всегда получается. I'm trying to use my camera that was given to me by Graham Phillips, like a journalist, but it doesn't manage all the time. Okay, so you would like to be a journalist later? То есть в будущем ты хочешь стать журналистом? Да, военным корреспондентом. Yes, to become the war correspondent. Okay, and about the fact that after his interview with Graham, that now is placed on the Miradvorets website. То есть после твоего интервью Грэму Филлипсу тебя опубликовали на сайте Миротворец, да? Да. Yes. And what? How does he feel to be on this website? Is he proud to be considered as a, you know, как террорист? А что ты думаешь по этому поводу? Ведь это в какой-то степени повод для гордости, то что ты такой вот известный террорист, тебя признали. Ну, в принципе, это в чем-то и хорошо, а в чем-то и плохо. Вот, например, мы с мамой любили отдыхать в Уржуфе, но теперь мы туда не можем поехать, как это сейчас принадлежит Украине. Когда последний раз мы были там до ранения, мы проходили около дачи Януковича, и там на воротах стоял это немецкий крест. Это там стоял батальон Азов. Of course, there are pros and cons of being on this site, Миротворец, but the bad thing is that we used to have rest in Urzuf, on the Sea of Azov, and now we cannot go there because I'm too famous. And I remember we were walking on the street of this Urzuf, we saw the ex-dachi of Yanukovych, and their Azov battalion was there because we saw their Nazi symbol mm-hmm. on the gates. Okay. Спасибо.